бурятские чиновники делятся на две основные категории. Одним нравится наш канал. Я в первую очередь хочу сказать, значит, телекомпания ТВ, спасибо вам, что вы показываете, скажем, хорошие такие передачи у вас бывают. Другим не очень. Тихо. Вот скажите там, чтобы тихо было. Одни чиновники находят его познавательным и интересным. Вы затрагиваете основные проблемы. Другие пока не оценили наш особый шар и стиль. И что? Вся правда о жизни чиновников Бурятии в рубрике «Официоз». Каждую пятницу в новостях на АТВ.